штрафную. Может быть опасно. Рэшфорд откатил назад. Блинду. Дальше идет передача в штрафную. Ну и пока вроде бы Сити отбивается. Но подбор за Юнайтед. Удар поворотом. И впервые вступает в игру. Серьезнейшее приобретение Манчестер Сити. Эдерсон Сантана. Вот он, голкипер-рекордсмен. Рекордсмен пока сейф. Его в Манчестер Сити. Переводит мяч на угол. Так, будет наверняка попытка удара. Нет, комбинация уже в штрафной площади. Футболисты Ман-Сити. Удар поворотом. И здесь уже Давид Де Хея вступает в игру. Ее берет для того, чтобы оборона его команды смогла отдышаться. Еще раз смотрим за тем, как развивалась эта атака. Смотрим за тем, как Рахим Стерлинг наносил удар поворотом. Фланг. Далее передача на Мхитаряна. Генрих штрафной удар поворота. Народный кубок чемпионов. Об этом еще мы подробно поговорим чуть позже. Пока же атака Манчестер Сити. Удар поворотом. И здесь уже выступает Де Хея. И вот тут, мне кажется, было куда более коварно, нежели в случае с последним ударом. Здесь действительно потрудиться пришлось Де Хея. Посмотрите, какая замысловатая траектория. И вновь испанского кипера потревожил Рахим Стерлинг. Если мы отмечали у Манчестер Юнайтед Генрих. И, конечно, они получились разными. Об этом позже. Удар поворотом. Вот здесь сейчас может быть опасно. Добивание со стороны Стерлинга. Стелятся футболисты Юнайтед под мяч. И в итоге штрафной удар. Какой шанс сейчас был у Патрика Робертса. Какой замечательный шанс. Давид Де Хея. Под мяч, посмотрите, не было офсайда. Здорово задержался здесь на линии офсайда Патрик Робертсон. Ну, а потом Смолинг не позволил ему поразить ворота. Наверное, первый по-настоящему голевой момент в сегодняшнем матче. Да, были удары. Трофеи, которые были выиграны. А к этому мы еще добавляем Кубок английской лиги. Лукаку открывает счет. Какая ошибка самого дорогого вратаря. Выскочил из ворот Эдерсон Сантана. Ромелу Лукаку забивает первый мяч за Манчестер Юнайтед. Блистательный Ромелу Лукаку. Как он сумел опередить вратаря Эдерсона. Ну и согласись, угол-то был острый, был далеко до ворот. И мяч был не самым удобным для удара моментального. Но Лукаку сумел сориентироваться и пробил вот так первым касанием. И попал точно в ворота. Вот он, Ромелу Лукаку, нападающий от бога. Ну и посмотрим еще раз, что здесь сделал Эдерсон. Выскочил как на пожар спасать отечество. При том, что все-таки двигались в сторону ворота еще два защитника, а мяч уходил. This is brilliant because this is exactly what we want from Marcus. You know, he was missing him, but here, beautiful weighted pass, and what a great finish. You've got to say, Brian, the City defence are all over the place. All over the place. Could give Mangala a problem. He could give the goalkeeper a problem as well. He was backpedaling desperately. Did Rashford mean it? Or was he looking for Lukaku? Well, the end result is... Cross to Lukaku. I think he was really trying to fire into the far post. I'm going to be a little bit different because he had a bit of credit. I think he saw the goalkeeper coming out because he was thinking he was going to centre forward as well. One of us have got... Oh, Otamendi makes a mistake. Lukaku! Oh! What a screaming effort. Crossbar still. Straight, God, he hits this, doesn't he? What a strike that is. I think I was doing him an injustice when I was saying he's stronger on his right side because the not. Two efforts he's had on his left. On his left. But he is left footed. That's his strong side. So, right. Flip ball in. Diaz was there, clear to the edge of the area. And just dropping over the top. There's always someone back the goal line, Brian, just in case that ball. Bad for the decision. Bai was there just in case. In there. Oh, Fellaini knocks it down. Jones is there. Double save from the keeper. And the rebound is thrashed home. Stepping offside. Offside. Jones it was who had the chances originally. Edison performed miracles to keep it out, but then City rescued by the flag.
I think he's offside prior to that. Two players offside there. Another strike. Certainly meant it, Lukaku. Bosh. Yeah. You like that, don't you? Great double save, triple save.